Девочки, привет! Хотела вам показать мои покупочки. Интересно будет тем, у кого есть магазин ДМ. Возможно, как влог это будет. Возможно, отдельно выйдет, не знаю. Но появились в магазинах, наконец-то, свечки с запахом. Так, это яблоко и... Как же цимт? Это гвоздика, наверное. Ой, девочки... По-моему, это гвоздика на русском языке. Я уже забыла. Ну, такой зимний довольно аромат. Ванилька однозначно. И вот это, по-моему, это семена бадьяна, если не ошибаюсь. Но вообще-то, ну вот, короче, что я имею в виду. Девочки, запах просто обалденный. И цена такая шикарная, что я купил себе две свечки по полной цене. Евро 75. Очень рекомендую. И следующая распродажа там на летние ароматы. Следующий, первый, это очень специфический аромат. Это фирма вот такая, но тоже в ДМ, короче, продается. Евро 50 стоит сейчас, 50% распродажа. Что значит здесь? Здесь запах инжира, шалфея, инжировые листья, коричневый сахар. Так, так. Ну да, короче, вот так вот. Запах, девочки, действительно травы, очень специфичный. Но если очень свежий, если мне захочется лето и такого ощущения, как будто ты, я не знаю, весной или летом, когда все зацвело, ходишь по полю, вот запах примерно такой, очень интересный. Я сначала думала даже две купить, но потом подумала, сначала, девочки, пожгу, а потом уже решу, побегаю, может быть, по магазинам ДМ и тогда себе... Докуплю, если мне понравится, потому что если запах будет, ну, не совсем на мой вкус, так и 10 лет такая свечка может пролежать. Еще одна свечка, тоже акции там по евро 50 купила. Картинка очень интересная, не хочу даже думать, что это такое. Это черный ром, кожа и... так, девочки, сейчас скажу, что это такое. Это... мята. Очень приятный, свежий запах, реально шикарный. Мне очень понравился. Такой даже, я бы сказала, немножечко мужской. Вот про него я подумала, может быть, второй купить. Ну, короче, я пожгу немножечко и подумаю, может быть, докуплю. Но вот этот я бы, он такой довольно универсальный. Докупила бы. Мне нравятся такие свечки ставить именно в туалет, чтобы там пахло. Да, или вот, ну, на кухню, наверное, я бы не поставила, на кухню, может быть, я вот этот бы пожгла, запах свежей травки. Ну, вот такие свечки по евро 50, я считаю, очень классно. Кстати, проходила мимо книжного магазина, купила Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Здесь без всяких картинок, очень простой переплет, но качественный, за 8 евро. Девочки, это самые дешевые книги, которые у нас можно купить. Там ей было и за 12 евро, целых 3 варианта было. И мне хотелось в поезде что-то почитать, поэтому я купила что-то даже не глядя. И если кто-то не читал, очень рекомендую, классная книжка. И если вы любите смотреть фильмы, то рекомендую сериал 1995 года с Колином Фёртом и... Как же ее зовут? Колина Фёрта прям запомнил, а ее как-то Элли. Дженнифер Элли, по-моему. Очень шикарный, кто любит такие очень элегантные, такие сдержанные страсти, но потом... повышающиеся страсти, шикарный сериал, очень классный. Я книгу очень люблю, сериалы я и фильмы редко люблю по книгам, но вот этот сериал, который стоит того, фильм, который с Кира Найтли, мне не понравился вообще, очень не понравился. Дешевщина какая-то, американская дешевщина, а вот английский сериал, это что-то с чем-то. Вот, так что и книгу, и сериал очень рекомендую. Кстати, на английском языке он очень классный, и русский перевод тоже очень хороший. Все, девочки, все, что я вам хотела показать. Всем хорошего дня и до следующего видео. Пока-пока.